Мы начинаем наш эфир со статистики потерь армии оккупантов в Украине. Внимание на экран. 446-й день войны. Оккупант потерял личного состава 198 880 человек. Следующие показатели: догорают на украинской земле 562 единицы ракетных систем залпового, реактивных систем залпового огня, 3116 артиллерийских систем также. Продолжает этот список: вертолеты 294 единицы, самолеты 308 единиц, беспилотные летательные аппараты 2696 единиц, крылатые ракеты 970 единиц. Следуем далее. Война продолжается, следовательно, потери российской армии также. Средства ПВО 314 единиц уничтожено навсегда. Специальная техника 404 штуки. Автомобильная техника уже более 6000 единиц, 6018. Боевые бронированные машины 7325 единиц потеряли оккупанты. Танков 3756 единиц. Ну и традиционно корабли и катера важнейшие. Показатель: отрицательное всплытие осуществили 18 кораблей и катеров. Традиционно, слава Украине, борьба продолжается. Героям слава.